Всем здравствуйте. В данном видео я хотел бы рассмотреть такой вопрос, как частота вокруг клетки. Такой, на мой взгляд, довольно важный вопрос, потому что всегда хочется, чтобы вокруг клетки было чисто, аккуратно, чтобы клетка создавала такой хороший интерьер в комнате, в квартире. Вот. Есть много разных вариантов. То есть я бы хотел сейчас смотреть один вариант, который мне очень понравился. Это не моя идея, это я подсмотрел у человека, который занимается разведением М1. Он использует в клетке обычное сено. Вот, то есть, когда я это увидел первый раз, я просто подумал, что это такой интерьер, приближенный к природе, некий строительный материал. Как-то особо на это внимание не обратил. Но после того, как я использовал ранее, я использовал древесный наполнитель для животных, пытался просто ничего не стелить. Есть еще различные варианты, когда используется сеточка вокруг клетки. Но мне как бы такой вариант не очень нравится, потому что напоминает, как будто бы клетку поставили в мешок. Древесный наполнитель, проблема такая, что когда вода попадает на древесный наполнитель, он разрыхляется, масса становится такой очень мелкой, и при полете птицы она вокруг клетки вся разлетается. Чем хорошо сено? Ну, единственное, что есть такой запах сена, то есть это, конечно, на любителя, может, ему вот это не нравится, но со временем как бы разветривается. А в основном есть плюсы. То есть все зерно, которое шелуха, мусор, он попадает под сено. То есть как бы сено служит таким неким защитой от мусора. И поэтому вокруг клетки становится довольно-таки чисто. Намного чисто. То есть если раньше я там вокруг клетки брал каждый день, сейчас я просто так протираю. Поэтому как бы всем советую попробовать. Всего хорошего.